Ну что, друзья, любители экстремального вождения, всем привет, с вами я, Коляныч, добро пожаловать на канал Коляныч Плей. И это, конечно же, Forza Horizon 5, режим вышибала. Пожелаю всем приятного просмотра, приятнейшего аппетита. Вот. Будем сегодня вышибать соперников. Максимально, прям, ну, потому что в прошлой серии был вот полный анлак. Да? В позапрошлый там, ну, был интересный моментик. Кто не смотрел, посмотрите. Ссылочку на видос оставлю. Вот, поэтому вот так вот. Так, тут дропа нету, к сожалению. Не знаю, зачем тут появился. Там на мосту не было, тут нету. Сейчас надо будет что-то думать, смотреть. К слову, немножко я сейчас поездил, покатался по Мексике. Ну, в плане, я имею в виду, потренировался, вышибали. Ага, он не увидел? По-моему, увидел, да? Дерево. Забирай, братик. Забирай. Все для себя. Что он там заберет, интересно? XPTM? Или Ford Bronco? Ну ладно, не десятка, и на том уже спасибо. На том спасибо. Так. Значит, для начала, друзья, ищем дроп, хороший, качественный, такой проверенный дроп. А потом вышибаем соперников. Ну, я так понимаю, в этой катке мне пока что не везет, да, с дропом? Так, зона, ладно, пока что непонятно для меня. А что, он дроп не увидел, что ли? Там же дроп. Ладно. На, поехали. Спокойно. Тихо, тихо, тихо. Ну вот зачем этот контейнер нужен, а? Что в нем хранят? Так, по-моему, за мной охота, да, началась? Так, ладно, друзья, конечно, не хочется с проигрыша начинать, но что поделаешь? Я, конечно, раньше времени ничего не хочу предполагать. Но, по-моему... Так, оп, смотри. Бомба. Пушка. Ты еще и на велостере. Ну вот и какой смысл-то? Объясни, пожалуйста, дружок. Вот зачем тебе брать мини-GSV баги, а? Ну просто после велостера мини-баги дают. Может, ты не знаешь, но именно его и дают. Ну, друзья, тут гонка по прямой, я не знаю, есть ли смысл вообще что-то делать, поэтому, наверное, давайте я сейчас уж доеду и сразу в следующую катку. Так. Ну, ничего страшного, друзья, я думаю, ничего страшного. Это, как обычно, разминовочный, правда, я все-таки размялся, покатался. Но... Давай сюда, ладно, тут что-нибудь должно быть. Что-нибудь тут должно быть. Вот, но на серию все-таки это именно разминочная была, так что будем ее так считать. Сейчас во второй. Просто берем дроп любой и разрываем катку просто. Ну, если что, меняем финиш. Как бы тут вопросов, если что, сегодня не должно быть. Ну, если до финала дойдем, конечно. Если, конечно, мы дойдем до финала. Так, пока что дропа нету тут. К сожалению, может быть, там будет вдалеке около пирамид. Ну, вот слева сейчас. Или на фестивале там... Две точки. Ну хотя бы 57 игроков. Смотри, уже хорошая новость. Ну то есть дропа окей. Ладно, из трех точек 0. Дальше смотрим. Там я пока что не вижу. Ну вот просто тут точка, там точка. 0. Ну точнее даже из 4, потому что там-то, где я появился, там дроп тоже обычно появляется. Прямо там. Но там его сразу не было, поэтому я даже считать не стал. Получается 5 точка. На мосту 6 точка. Тут где-то еще 7-8, да, потому что тут на этих островках появляется дроп. Восемь точек мимо, друзья.
Нормально появился, да? Супер. Все хорошо. Не, реально все хорошо. Сейчас доедем, нас никто не вызовет. Во втором сужении найдем восьмерку и поедем выигрывать. Как бы тут проблем вообще никаких нету, поэтому все в порядке, друзья. Можете спокойно смотреть это видео. Показалось. Вот, кстати, почему дроп цвет дыма? Ай. Цвет дыма не сделать в цвет надписи. Ну, то есть, типа... Вот Ford Focus, например, должен был бы быть зеленый дым. Ну, хотя, наверное, слишком перебор, да, типа? То есть, получается, издалека видно, какой-то дроп лежит. А это получается нечестно. Ну, в общем, ладно, мне кажется, да, действительно, наверное, это нелогично. Хотя, друзья, как вы думаете, что вы думаете, в комментариях обязательно напишите. Я почитаю. И думаю, соглашусь с вами. Потому что я думаю, что вы все-таки вы напишите. Так, ладно. Успею, успею, успею. Я думаю, все-таки, что вы напишите, да, что это нелогично будет. Ну, потому что, ну, издалека будет видно, что это за дроп. Но это же неинтересно. Не все же дроп проверяют. И не весь дроп проверяют, поэтому... Ну, это реально будет слишком читерно. Опа, удачно тут поехал, смотри, дроп тоже еще один. Ну, тут тоже Golf R. Ладно, Bronco R. Одну букву. Одну букву угадал, друзья. Даже две. Просто в Bronco же две буквы. Ну, типа, Bronco R. Две R. Так, зона поглощает. Немножко нас поглотит, но... Думаю, сильно это не должно повлиять. На нас. О, там еще дроп. Вот я тут появлялся, когда дропа не было. Тут сейчас... О, кстати, Кевин. Просто я, мне кажется, с Кевином я ездил. Ладно, глупо. Максимально глупо. И то, что я поехал глупо, в общем... Ладно. Подожди. Сейчас доедем. Смотри, смотри, смотри. Убегаем. Убегаем. Не догонит нас. Так, дерево. Дерево, дерево. Давай. Bronco R. В последние секунды, друзья. Прям в последний. Так, нормально. Сразу дропчик смотрим новый. Восьмерка вот здесь лежит. Ладно. Ну, Мазерати я возьму. Он лучше. Он точно будет лучшим. Так, и там сразу соперник был слева. Так, зона... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, зона хорошая. Аналитики мне позвонили и говорят, зона хорошая. Но какая? Еще непонятно. Так, ну что? Соперники... А, во-во-во, появились. Надо было их просто позвать, оказывается. Так. Кого-нибудь надо где-нибудь ловить и ехать. Я не знаю, дроп смотреть как-то это очень долго как будто бы будет. Просмотр дропа. Поэтому, ну, давай вот к этому поедем. Смотри, вот мне как... Субару он взял? Ну, Субару поехали, чё? Нет. Субару тоже... Автомобиль хороший. Ралли участвовал. Мазерати не участвовал, но Мазерати едет быстро. Ну вот. Вот. Вот же он. Мой. Красавчик. А это Кевин на чоле. Смотри, кто ты. Ой. Это Кевин начали, который меня сейчас выиграет. Я просто реально думал, что зона Баха или центр, а это все-таки верх карты. Ну вот я, кстати, не знаю, последнее время вот реально стал замечать. Сейчас, ну, я никого не гоню, не жалуюсь. Просто реально факт говорю, что я натыкаюсь на большие уровни последнее время.
Ну, вот прям есть такое у меня. То есть, ну, непонятно почему. Непонятно зачем, но натыкаюсь. Ну, Кевин красавчик, реально. Правда, я не уверен, что он знал, куда будет гонг. Скорее всего, ему просто повезло, но кто знает. Так, там он... Ну, там застревать-то даже негде, в принципе, да? Да, он все, он... пересек финишную черту. Ладно, давайте, друзья, идем в следующую катку. Так. В аэропорту ничего нет, друзья, кроме самолетов заброшенных. Так. Надо что-нибудь, не знаю, надо реально что-то новое пробовать. Ну, не новое, ладно, где давно не появлялся. А давай вот на носке. Мне кажется, на носке давно не появлялся. Реально. Поэтому попробуем тут. Если что, если зона прям рядом, то мы едем вниз, аккуратненько смотрим там, поднимаемся и по шоссе, и по мосту там тоже смотрим местность. Осматриваем. Так, тут поблизости нету дропа, только собачка бегает. Там есть дроп. Ну, не знаю, вот так всегда. Появляюсь тут, дроп там, появляюсь там, дроп тут. Ну, как это работает? Ну, кстати, может быть еще... Нет. Один там, соперников... Нету, 42 человека. Да не, я ближе к этому дропу. X5-7 берем. Ай, трактор, трактор чуть все не заруинил. Не увидел трактор, честно. Так бы паузу бы прожал. Так. Значит, ну, с Цуру жуком ехать на X5-7 как-то не очень хочется, если честно. Так, он поехал туда. Ладно, если соперник поехал туда, смотрим зону. Окей. По мосту, значит, да? Ну, потому что он там все залутает. Если там что-то и было. А там как-то не особо что-то было, по-моему. И тут нет, смотри. Там обычно вот там на краю есть и вот на выезде. Ну ладно, поехали тут посмотрим. В лесах, в джунглях. Дроп в джунглях. Не подвезли, походу, дроп в джунглях в этот раз. Подожди. Там просто... Ну, в общем, не знаю, я не вижу. Просто дроп есть просто и вот тут, вот он спавнится, вот здесь вот. Ой, не прогрузилась карта, вот тут вот. Вот именно вот где озера, вот прям в озерах спавнится. Отсюда я не увижу, а ехать... Ну, ладно уж, тут поеду. В городе там вроде нет, смотри. В городе там вроде нету. Угу. Так, ну X5M это, между прочим, можно хороший автомобиль выигрывать. Ну, я имею в виду, типа там, какой-нибудь Феррари, какая-нибудь GTR, Камара тем более уж. Уж тем более Камара. Ну, Протрак там, ладно, окей, тоже, в принципе. Но только не по бездорожью. По бездорожью Протрак меня обгонит. А вот по полям, по шоссе уже там можем потягаться. Там, кстати, дроп был. Так, на колеса. Профессионал уже, смотри, по спрыгиванию. Так, Пелгиот, окей, поехали там посмотрим. Там же, да, был? Где-то тут же был, нет? Я заблудился, вон дроп. Вон дроп, все в порядке. Ай, красавец! Пятерочка хорошая. Так, ну вот и на пятерочке уже можно, мне кажется, вполне спокойно. Только надо проверить, собственно, вот пирамиды. Там, потому что дроп я увидел. Он там был. Зона еще подходит. Так, тут точно недалеко ехать. Я думаю, мы успеем. Все в последний момент у меня. Слушай, прям даже как-то это. Кватра. Ну ладно. Так, ну быстрее всего я в зону въеду здесь, поэтому поехали тут.
Ага, въехал в зону. Ну, тут уже, друзья, ничего страшного. Бывает. И такое случается. Сучки. Понимаете, да, сколько метров до зоны и сколько я сейчас просто теряю на том, что тут разворачиваюсь, об сучки бьюсь. Так, ладно, немножко у нас тайм-аут есть, конечно, неприятно. Но вариантиков других не было. Дроп проверять надо, потому что так один раз не проверишь, а там десятка. Семерка, восьмерка. В любом случае будет обидно, поэтому лучше проверить. Ну, конечно, в безопасных пределах. Так, где зона-то? Наверх. Это фестивальчик. Это похоже на фестивальчик. Летит. А, нифига летит-то. Я тоже хочу. О, поехали. Предлагаю... С моста его столкнуть не получится, я его просто не догоню. В этом проблема. Так, как бы тут лучше поехать там? Просто по дороге? Ну, как будто бы да. Бронко не нужен мне. Сейчас мне показался 6-й уровень, я думаю, ну, конечно. Типа в гонке против 7-го, а там 6-ка лежит. А, я на мост-то не попал. Надо было на мост заезжать. Ладно. Тут я тоже отлетел, друзья. Но вот что-то как-то прям не везет, я не знаю. Прям как-то, ну вот, нет везения какого-то прям сильного. Да? И соперники сильно не ошибаются, и я ошибаюсь в маршрутах и так далее. Ну ладно. Давайте последнюю. За мной. Да, я за тобой еду. Все. Все нормально. Опять в дерево. Какое дерево? Я по трассе еду. Какое дерево? О чем он говорит вообще? Я не понял. Все, друзья. Все, следующая катка. Там сосредотачиваемся и побеждаем. Так, друзья, решил тут в... Около фестиваля постоять, причем вот сейчас прогрузится. Именно вот здесь вот. Вот, чтобы если что, тут услышать дроп. Но дроп я увидел здесь, поэтому давай появимся тут. Надеюсь, успеем забрать. И наконец-таки, хотя бы дойти до финала, да? Потому что что-то как-то пока что у меня идет полное невезение. Unluck, потому что по-другому не назвать. Так, да, дроп тут близко. И это... Там даже два дропа. Мазерати попробую забрать. Ой, а почему, кстати, нельзя появляться в любом месте на карте? Ну, это же было бы так логично. Кто-то вас опередил, а? Смотри, какая надпись интересная. Кто-то вас опередил. А почему ник человека не написать, если он как бы... Браток, а ты там... Так, ладно. Не, друзья, это если что не последняя катка, если я тут проиграю, все-таки, то это не последняя катка. Какие все умные с этой карты, а? Ты смотри. Дыши выхлопом. Не, я лучше мексиканским воздухом подышу. Что ты мне тут пишешь? Вот это я называю настоящей гонкой. Спасибо, Коляныч. А когда не спасибо, друг? Мы же друзья, правда? Там, кстати, вот ты едешь в леса. Хорошие такие леса. Думал, я врежусь. А там, кстати, дома. Проехали мы, да? Вот как это называется? По-моему, это называется Unluck. По-другому я не могу сказать.
Вот сейчас, друзья, точно последняя катка. Появляюсь где-нибудь, где меня не возьмут сразу. Надеюсь, по крайней мере, на это. И поедем. На стадионе ничего нет. Так, спокойно. Спокойно, спокойно. Тут что-нибудь будет. Тут, конечно, может и много народу появляется, друзья. Но конкретно в этом месте появляюсь только я. Вот реально, именно в этом месте ни разу я ни с кем не появился. Если я сейчас с кем-нибудь появляюсь, друзья, это полный тильт. Ну, тильт, анлак, не знаю, анлак, 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 анлак. Не знаю, это максимально все. Все максимально. Дропа нет. Дропа нет. Опять освещение немножко полагает. Все, нормально. Ну, в смысле, фары. Так, сзади есть. Там нет. Там нет. Один дроп, поехали. Два дропа. Надо будет посмотреть. Оба. Смотри, никого нет. Вот тут идеально место для двух десяток. Там еще один есть, подожди. Не, ну сказать, что я не удивлен, это ничего не сказать. Потому что я не удивлен. Вообще. То есть тут, смотри, тут, ну, максимум, тут... Лансер, ладно. Возьмем. Хотя бы цифра 4. Уже хорошо. И, кстати, предлагаю сейчас вдоль пирамид прокатиться в сторону, собственно, фестиваля. Главного, центрального. Как его называть-то правильно? Пусто, видишь? Пустая Мексика. Либо все забрали. Хотя, мне кажется, вряд ли. Либо реально все заспаунилось слева на карте. Там есть дроп, смотри. На мосту есть дроп. Надо посмотреть. Ну, вообще хорошо, даже лучше, чем Лансер, но уж ладно. Все-таки цифра 4. Вот Сяо Су, смотрите. Сяо Су. Знаете же, да, про этот автомобиль? Xiaomi. Су 7. Вот он перед вами. Ну, он, правда, 1727. Но все-таки Сяо Су. Я думаю, все-таки отсылка к автомобилю. Езжаем, поехали. Ну поехали, что ты? Поехали, Джой. Джой. Так, мост проезжаем мимо, подожди. Мост проезжаем мимо и вот сюда, вот за... Руливаем. Да ладно, тут поедем, вот там сейчас по мостику. Мне, кстати, финиш... Ну, в смысле, значок финиша загораживает сейчас мост. Все, в зоне видимости, все нормально. Все нормально в зоне видимости. Жучок, смотри, не отстает. Жучок. Жук. Сейчас опасно было. Сейчас согласен, были опасные движения, опасный движеняк, но нормально. Примерно так же. Меня выиграл Мазерати Леванте, да, когда я на фокусе был. Так что, думаю, сейчас Мазерати Леванте и заберу, да? Ну, примерно, что-то около того. Форд Фокус РС. Бронко Р, конечно, не очень хочется, но... Что дадут, то дадут. Диверти. А я сейчас еще, короче, вспоминал, какой же автомобиль плохой на 5 уровне. Я просто давно на Диберте не катался, реально забил. Ой, забил, забыл. Не-не-не, десерт я брать не буду. Desert Flyer.
Ай ты ж, РС-7. Хорошая моя. Ауди. Ну это же, ну что же это такое-то, а? Прям анлакище какой-то. Ну, не знаю, правда, он там поехал. А финиш прямо на дороге, прикинь. То есть он сейчас выруливает на дорогу, и у него все супер. Единственное, его может сейчас кто-нибудь из соперников сбить. Ну, это реально. Единственное, что может быть, все может произойти, но нет. Да, РФ. А он, кстати, там... Я думал, там забор просто. Сносимый. Друзья, ну что сказать? Вот такая получилась ужасная серия. Не побоюсь этого слова, потому что я не знаю, как это еще сказать. Но... Что-то попытались, что-то поиграли, друзья. Я думаю, что это... Может, кстати, потому что я машину поменял. Я все-таки ездил на Мерседесе, который ГТР, АМГ ГТР. Вот, из 4-го вышибалы. Может быть, из-за того, что я обратно сменил машину, может, это как-то что-то изменило, но... В общем, напишите в комментариях, просто записываю заранее, поэтому я и не знаю. Собственно, не знаю, что вы написали по поводу смены машины. Можно ли их менять, в смысле, ну, типа... Интересно ли будет, если буду менять, или можно на одной ездить, вообще пофиг. Вот, поэтому вот такие вот дела. Ну ладно, друзья, эта серия подошла к концу. Огромное спасибо всем за просмотр. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайки. Будет очень интересно почитать. Всем большое спасибо, всем пока-пока.